нами не хотите. Чего ты не рассказываешь про настоящий герой города? Люди считают иначе. Обычные люди не знают ее в темных книжках. Чего стоит только его контракт, сколько ты знаешь, что он успеет. Это бред. Получается, закон бессилен перед этими людьми. Они паруют, насилуют, убивают, и все сходит от слова. Я пытаюсь сделать жизнь простых людей лучше, но вот это вот. Вот так вот все. Бессмысленно. Эта девочка и ее брат ниже из нашего детдома. Сколько еще людей должны пострадать или погибнуть из-за таких, как эти? Кто их защитит? Я не знаю, что это будет. Это каша. Ему повторится. Его пожирает чума корупции, алчности и беззакония.